Всем привет, меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить автомобилю из популярного американского приключенческого сериала «Команда А», выходившего на телеканале NBC с января 83 года по март 1987. На протяжении 5 сезонов и 98 серий ТВ-шоу рассказывало о команде бывших военных, несправедливо осужденных и представших перед трибуналом. Под руководством полковника Джона Ганнибала Смита бойцы совершают побег, им удается скрыться в Лос-Анджелесе, где они формируют спецотряд наемников, ту самую команду А. Этот отряд отныне помогает людям, попавшим в беду, ну а фоном персонажи пытаются доказать свою невиновность. Большая часть эпизодов имеет законченный сюжет, и их, в общем-то, можно смотреть в случайном порядке, хотя некая общая повествовательная линия тоже периодически проскакивает. Плюс в последнем 5-м сезоне из-за сильно просевших рейтингов сюжет резко меняется, хотя вернуть рейтинги это не помогло. Тем не менее, считается, что сериал «Команда А» является одним из самых знаковых ТВ-шоу на американском телевидении 80-х. На него постоянно ссылаются, его цитируют и вспоминают. Все-таки персонажи там достаточно колоритные, один только Баракус в исполнении Мистера Ти чего стоит, да и другие не отстают. Плюс заглавная музыкальная тема и, конечно же, автомобиль главных героев. Сериал завоевал несколько телевизионных наград за музыку, работу звукооператора и различные эффектные экшен-эпизоды, и немалая их часть как раз-таки связана с основным транспортным средством. Собственно, давайте и поговорим о нем. Основной автомобиль в данном сериале – это GMC Vandura 1983 модельного года. Но так как это телевизионный проект, то здесь все как обычно очень непросто, так как машину киногероев изображает в кадре сразу несколько транспортных средств, причем не идентичных, но обо всем по порядку. Сразу оговорюсь, американские вены тех лет, а GM-овские в частности, это как обычно целая вселенная, разобраться в которой сходу так просто не получится, поэтому придется поговорить и о технической информации, хотя бы о самой основной. GMC Vandura – это грузовой фургон компании GMC, которая в свою очередь входит в состав корпорации General Motors. При этом на том же шасси строились еще и пассажирские версии фургонов, которые имели другое название – GMC Rally, он же GMC Rally Wagon. Автомобили являются конструктивными родственниками модели серии G от Chevrolet, условно-грузовая модификация Chevy Van и пассажирская версия Chevrolet Sports Van. При этом конфигурации этих автомобилей было просто какое-то бесконечное количество. Во-первых, существовало три поколения автомобиля. Первое выпускалось с 1964 по 1966 год. Этот автомобиль стал своеобразным преемником модели Corvair Greenbrier. Второе поколение выпускалось с 1967 по 1970 год. А третье поколение выпускалось с 1971 по 1996 год. Данное поколение было последним, и его сменили модели Chevrolet Express и GMC Savannah на рамном шасси. Собственно, к третьему поколению GMC Vandura и относится фургон команды А, поэтому на нем мы и сосредоточимся. Упомянутое третье поколение прошло через несколько рестайлингов, в связи с чем жизненный путь Vandura 3Gen можно разделить на 4 основных этапа. 71-77 год, 78-82, 83-91 и 92-96. При этом по старой доброй традиции, внутри каждого из этих этапов третьего поколения Vandura могла меняться в какой-то модельный год дополнительно. Видимо, для того, чтобы запутать покупателей еще больше, General Motors придумали несколько дополнительных особенностей. Например, их вены, как и Chevy, так и GMC, могли быть разной длины. Если быть конкретным, то, как правило, речь шла о колесной базе 110 дюймов, 125 дюймов и 146 дюймов. При этом, несмотря на то, что внешне вены имели немало общего с GM-овскими полноразмерными пикап-траками серии CK, где C это заднеприводные версии, а K полноприводные, у венов серии G было свое строго заднеприводное шасси, хотя по старой доброй традиции General Motors все же унифицировали некоторые узлы и элементы с другими моделями.
плюс ряд частных контор умудрялись и к этим Venom прикручивать полный привод. Но это была скорее кастомная, чем заводская история. Тем не менее, как и в случае с пикапами, вены тоже делились по грузоподъемности и обозначались G10, 20 и 30 в случае с Chevrolet и G1500, 2500 и 3500 в случае с GMC. Это приблизительно обозначало грузоподъемность 0,5 тонны, 3/4 тонны и тонну. То есть, как и пикапы и внедорожники, вены разделялись на Light Duty и Heavy Duty. И, разумеется, существовало бесконечное поле для самых невероятных вариантов комплектации салона. Опций было такое количество, что создавалось впечатление, что двух одинаковых венов с завода просто не найти. При этом, если с пассажирскими версиями GMC Rally и Chevrolet Sportsvan все было более-менее понятно, то условно грузовые вен и вендура могли быть и цельнометаллическими, и с окнами, причем окна могли быть только с одной стороны кузова или только на двери. Да и сама конструкция дверей могла быть разной. Салон мог быть чисто грузовым или грузопассажирским, варьировалось количество кресел, отделка интерьера была самая разная, а уж когда в дело вступали кастомные ателье, делающие свои версии Conversion Van под конкретного клиента, хоть с кроватью, хоть с телевизором и видеомагнитофоном, хоть с баром и холодильником, становилось просто не по себе от предлагаемых возможностей, только деньги плати. А еще на шасси венов встроили разный коммерческий транспорт с различными модулями за кабиной, так называемый High Coupe Van. Что касается двигателей, то и здесь было немало вариантов. Отрядного шестицилиндрового 250-го, это объем 4,1 литра, 130-сильного двигателя до V8, 305-го 5-литрового мощностью 130 лошадиных сил и 350-го, это 5,7 литров, мощностью 160 лошадиных сил. Моторы тогда еще были карбюраторными, сильно дефорсированными из-за топливного кризиса, оттого и мощность такая по нынешним меркам несерьезная. С годами она менялась и постепенно становилась все больше. Плюс с 88 до 96 года, опять-таки в качестве опции для тяжелых фургонов грузоподъемностью тонна, предлагался 454-й Big Block, это объем 7,4 литра. Дилерские брошюры General Motors особо акцентировали внимание на предлагаемом опциональном дизельном двигателе для версий G20 и G30, и соответственно G2500 и G3500. С 82 по 93 год это был Detroit Diesel V8 объемом 6,2 литра, а с 94 по 96 год 6,5 литров. Но у нас, повторюсь, речь идет о фургонах 83 модельного года. Коробка передач автоматическая, как обычно GM-овский турбогидроматик. Так вот, что касается киноавтомобиля, то тут, несмотря на всю любовь фанатов сериала к этой машине, культовый статус самого ТВ-шоу, немалое количество фанатских реплик, опубликованных статей и видеообзоров, оказалось, что в целом никто ничего конкретного об этом автомобиле толком-то и не знает. Отчасти виной этому та самая специфика кинопроизводства, когда одну условную роль исполняет сразу несколько различных транспортных средств. При этом в соседних сценах машины менялись, а создатели шоу не сильно старались как-то сгладить все визуальные несоответствия. Вот что я имею в виду. По словам постановщика трюков Крейга Баксли, основных съемочных автомобилей, задействованных в 5 сезонах, было около 6. При этом действительно детально построенных машин, снимавшихся в крупных планах, было только 2. Остальные снимались в сценах проездов, погонь и каких-то трюков. Четкого ответа по технической части нет, так как использовались и машины с короткой базой, со средней, и версии G1500 Light Duty, и более тяжелые G2500. Например, у некоторых машин-дублеров не было люка на крыше, а у основных машин он был. Это особенно бросается в глаза в определенных сценах, когда персонаж приземляется на крышу без люка, а в следующий уже через этот самый люк спускается в салон. Помимо основных машин и их дублеров, были еще автомобили, наспех загримированные, построенные для уничтожения в кадре. Это могли быть старые фургоны Chevy из 70-х, или, например, вовсе Ford Econoline, как в довольно известной сцене с падением машины в воду. Много странного связано и с необычным внешним видом машины.
Несмотря на то, что официально считается, что созданием образа Вэна команды А занималась производственная команда канала NBC, часть источников утверждает, что машины создавала мастерская легендарного Джорджа Барриса, Баррис Custom Industries. А когда речь идет об этом человеке, стоит все услышанное делить на двое, а то и на четыре. К примеру, специалисты Барриса в свое время нашли и восстановили один из разбитых автомобилей-дублеров DeLorean DMC-12 из третьей части «Назад в будущее», а позже построили еще один автомобиль-копию машины времени из серийного DeLorean'а. После чего Джордж Баррис стал говорить в интервью, что именно он, а не Кевин Пайк, является создателем этой машины. То же самое было с машиной Кит из «Рыцаря дорог». Один из сотрудников Барриса работал над трансформацией этого автомобиля во время ускорения в турборежиме. И Баррис тут же стал везде говорить, что именно он, а не Майкл Шеффе, создал изначальный кит. И таких историй много, при этом у Барриса немало реальных заслуг. Просто этот человек при жизни любил кое-что преувеличить и с ног на голову перевернуть в своих формулировках. Что же касается внешнего вида автомобиля, то тут, понятное дело, есть ряд своих особенностей. В первую очередь это двухцветный кузов, еще и с красной полосой. Верхняя часть кузова в этом, так сказать, комбинированном окрасе серая. Другое дело, что яркость этого серого цвета в разных сезонах отличается. Также к отличительным чертам относят красные колесные диски турбины от American Racing, здоровенное антикрыло на крыше, кастомные боковые зеркала из стеклопластика, переднюю защитную решетку и верхние дополнительные фонари. Также стоит упомянуть козырек над лобовым стеклом, кастомный выхлоп, расширители арок, пороги и ряд других менее заметных элементов. К примеру, пришлось переделать механизм сдвижной боковой двери, так как из-за расширителя арки дверь все время цеплялась за задний элемент. Опять-таки, по словам Крейга Баксли, в первых сериях в отражении лака красочного покрытия постоянно попадали оператор с камеры и члены съемочной группы. Поэтому команде приходилось все время что-то придумывать, пачкать кузов машины грязью, экспериментировать с освещением и так далее. Впоследствии все съемочные автомобили были неоднократно перекрашены, а цвета стали матовыми, без этого предательского отражения. В салоне автомобиля установлены так называемые капитанские кресла для пассажиров, специальные отсеки для стрелкового оружия, радиостанции и много чего другого. Опять-таки, в зависимости от эпизода и поставленных задач, оборудование команды А в этом автомобиле менялось. Еще один интересный нюанс. У команды создателей сериала были какие-то очень непростые отношения с компанией GMC. В частности, с одной стороны, автопроизводитель предоставлял им автомобили для съемок, а в титрах после каждой серии было упоминание компании. Тем не менее, постепенно по ходу сериала, начиная со второго сезона, логотип GMC стали часто закрывать, причем как на основной машине, так и на других съемочных автомобилях. Внятно объяснить, почему так произошло, никто в виденных мной интервью не смог. Говорят, что какие-то юридические тонкости. Что касается эксплуатационных показателей этого автомобиля, то Крейг Баксли жаловался на недостаточную динамику, несмотря на то, что благодаря сотрудничеству с GMC в основные съемочные автомобили были установлены топовые в линейке 350 V8 5,7 литров, которые с завода, как правило, ставили на тяжелые heavy-duty версии венов. Автомобиль все равно ехал довольно неспешно. Времена последствий топливного кризиса, мы помним. Телевизионщикам приходилось все время что-то выдумывать, чтобы запустить машину в управляемый занос или сделать бернаут в кадре. Но в самом сериале все смотрелось достаточно эффектно и убедительно. Для тех лет, понятное дело. Судьба экранных автомобилей, в общем-то, сложилась так себе. По большому счету, из всех снимавшихся машин, съемочная история которых документально подтверждена, по сути выжил всего один. Машина долгое время находилась в Англии, в музее Stars Motor в Кесвике. Но несколько лет назад музей был вынужден продать часть своей коллекции, и в том числе вэн команды А. Машина вновь вернулась в США и сейчас является частью экспозиции автомобильного музея Desertland Auto в Орландо. Наверное, выпуск об этом автомобиле был бы неполным без упоминания фургона из фильма перезапуска франшизы 2010 года. Там, правда, к невероятной злости фанатов, Вэн прожил на экране совсем недолго
и был уничтожен в кадре практически в самом начале фильма. Изначально в качестве основного транспортного средства персонажей перезапуска планировали использовать экспериментальный броневик Knight 15 от компании Conquest Vehicles, но не смогли договориться, поэтому все переписали, сделали автомобиль трибьют старого JMC Вендура, после чего уничтожили машину в кадре, тем самым по задумке режиссера давая понять, что его творение не просто какое-то ностальгическое кино, а совершенно новая история, пусть и базирующаяся на старом ТВ-шоу из 80-х. Интересно, что два экранных автомобиля, созданных для фильма 2010 года, не были изначально моделью GMC Вендура, по словам их создателя, кастомайзера Рика Расмуссона. Поскольку фильм снимался в Канаде, то необходимые транспортные средства искали именно там, и оказалось, что именно вены GMC нужного поколения там продавались, не сказать, чтобы уж очень активно, в то время как аналоги от Chevrolet в более-менее живом состоянии можно было найти достаточно легко. Рик утверждал, что все эти отличия венов третьего поколения ранних и поздних Chevy и GMC, выпускавшихся по сути четверть века, не столь велики, и понять их может только автоспециалист, а уж с киношными модификациями это будет сделать вовсе непросто. Поэтому были куплены два идентичных Chevrolet Van G20 1994 модельного года, покрашенные, доработанные и загримированные под GMC Вендура. По словам Рика, в нулевых эти модели были совершенно никому не нужны и стоили на вторичном рынке по сути копейки. За каждый из Chevy Van'ов в довольно неплохом состоянии производственная команда киностудии заплатила по $500. Он, кстати, вообще не понимает тех, кто из подобных машин делает культ. Мол, обычная рабочая тачка. Да, безусловно, были золотые времена Веннинга и Веннеров, но это было давно и неправда, сейчас все иначе. Один из автомобилей, выживший после съемок картины, тот, что не раздавили в кадре, в качестве рекламы будущего фильма даже успел попозировать на нью-йоркском автосалоне в 2010 году. Но отношение к этой машине, как и к самому киноперезапуску франшизы, у фанатов резко негативное. А вот что заокеанские фанаты любят, так это самодельные реплики оригинального Вена из сериала. Считается, что фургон команды А очень просто построить самостоятельно. В США, понятное дело. Найти подходящий автомобиль для подобного проекта долгое время было относительно просто. Различные фирмы предлагали уже готовые кастом-комплекты для переделки внешнего вида, а ряд небольших компаний даже купили лицензии у телеканала, дающие право строить им так называемые официальные реплики и продавать их. Так что подобных автомобилей в США в определенных кругах, в общем-то, очень и очень немало. Вот такая сегодня получилась история о культовом киноавтомобиле из культового сериала 80-х. А на сегодня все. Всем сила. V8.